Все может быть! Все может статься! С женою я могу расстаться! Могу я бросить пить, ну не правда, курить, но чтоб Динамо разлюбить, такого никогда не может быть! Динамо! Заберет. 2-1, может, или 2-0. 1-0. А Ложкин будет. Ну и Быков. И Баков. Пикчерс представляет. Вы же с Могилёва. Конечно. Динамо Киев. Сфоткал тебя, Юр, сфоткал, все. Подожди, палец сделал. О, о, о. Капуста. Все, сфоткал? Или ты видит? Есть. One for him in the first and one for me in the second. На домашних матчах «Динамо» продолжается традиция, согласно которой первый удар по мячу наносят ветераны, оставившие свой значимый след в истории нашего клуба. Александр Тимофеевич, легенда минского «Динамо», провел за клуб больше 300 матчей. Чемпион 82 года, бронзовый призер Олимпийских игр 80 года. Включался в список 30... Динамо! 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 О, молодцы! Thank you.
Что сейчас, Юль? Швецова до Филипповича далеко. Шнурки на пуцах Швецова, это уже больше, чем Филиппович. Как говорил бы Моти. Он любит шнурки Бензема сравнивать с игроками. Бензема у Шарля Левандовски лучше. Да я сам за Барсу. За Барсу? Да. Не, за Баварию. Лев, посмотри сюда, не обязательно быку, спиной. Зайди сюда, в центр. Из футбольного клуба «Днепр» Могилев. Поле погиб. Кто лучший игрок матча сегодня? Давайте, все хорошо. Ну, блин, спасибо.